Так, телепузики, что я в интернете увидела, в Ютубе? Ну-ка, давайте попробуем, что получится. Как глаза красить? Ой, не. Вот так там показано. Ага, нет. Может, по-другому ложку взять, другую. Мелкую можешь взять. Ну, посмотрим, что, не знаю. Это я в Ютубе увидела. Сейчас посмотрим. Да так. Ну, и что? Сейчас, подождите. Так. Потом вот так. Ой, как бы глаза не выколи. А правильно я снял? Да. Ой, не видно. Раз, два. Так. Вот так. Ой. Вот так. Ага, и что? Ничего. Подожди. Поточить надо. Ну, я это в Ютубе видела. Вы что смеетесь? Как красится. Ну, там у нее кисточки такие. Ну, сейчас мы... Вот так. И вот так. Это стрелки. А потом вот так она делала. Короче, что за хуйня, не знаю. Вот так она делала. Потом вот так она делала сейчас. Ну, я в Ютубе видела, как краситься надо. И вот так вот. Что получилось у меня? Вроде получилось. О. О. Получилось, девки? Ну, там ложка и вилка она. Ну, там не кисточки. Потом вот здесь она. Ну, что, получилось? Получилось. Заебись. О! Вот так она показывала. Вилкой и ложкой. О, заебись. Ну-ка, второй надо. Ну-ка, второй как? Ой, блядь. И второй. Что-то низко. Что-то низко получилось. Потом хоть, блядь, глаза не выколить. Потом вот, ой, что-то вот так и вот так. Ну, ты я в Ютубе видел. В Ютубе видела, девка так красила, показывала макияж. Лайффакт. Лайффакт. Вот так. Она показывала, как краситься надо. Ну, что мне, заебись получилось. Просто вот этот глаз неправильно я. Вот так вот надо. Там у нее кисточки тоже были. У меня-то нету. Что-то высоко вот это. Вот это правильно. Я ебу и плачу. Ну, я такое видела в Ютубе. Думаю, надо эксперименты сделать. Лайфхак от Ольги Валерьевны. Лайфхак. Но этот неправильно. Вот это, вот так вот.
Ну, там у нее кисточки, конечно, карандаш другой. Она богатая, а я-то бедная. Ой, ну ладно. Комментарии жду, ребят. Ой, я не могу. Я ебу и плачу. Я не могу. Но я это видела вчера в Ютубе. Ой, я не могу. Заебись, бля. Ну, это неправильно. Вот так вот у нее было. Вот у нее только была ложка и вилка, и все. Ой, я не могу. Ольга Валерьевна, ты как отчебучишь что-нибудь. Ой, блядь, надо убрать. Ладно, все, давайте, пишите комментарии под видео, как, что. Ладно, может, в салон меня пригласите перед Новым годом. Давайте, чики-пуки, Ольга Валерьевна ваша. Семимесячные вы тоже пишите, ладно? Комменты под видео.